Тамбовская молодежь сегодня вышла на помощь служителям Тригуляевского монастыря. Вооружившись граблями и перчатками, молодые волонтеры очистили территорию от мусора и поделились с нашим корреспондентом Юлией Савушкиной мыслями о том, что такое помогать действительно от чистой души. 15 обычных ребят, в основном это студенты тамбовских вузов, выходят на уборку территории Тригуляевского монастыря. Работы предстоит выполнить много, но настрой у добровольцев боевой. Как говорится, грабли в руки и сразу за дело. Еще несколько дней назад, в разгар паводка, эти места были заметно подтоплены. Теперь, чтобы навести порядок, требуется немало усилий. Но никаких жалоб и капризов. Каждый из них знает, почему он здесь. Людям же нужны деньги, скажем так. Университет заканчивается, надо работать, и на добровольческую деятельность просто не остается времени. То есть они, возможно, и хотели бы помогать, но уже с этим проблема, тяжело. Надо все-таки успевать и работать, а у меня сейчас времени вроде бы побольше, и я не хочу тратить его зря. Им не нужны поблажки на экзаменах или похвала, бескорыстно, просто потому что должна. Студентка химического факультета Настя Стрельцова сегодня помогает с уборкой в монастыре. Завтра наводит чистоту в домах пожилых людей или просто поднимает настроение тем, кто одинок. И так уже 8 лет. Скорее всего, это душевный порыв, потому что волонтерам нужно быть прежде всего с глубины своей души. Если ты это чувствуешь в себе, то... Мне кажется, это себе чувство нужно развивать. Мы поняли, что это такое, когда были на форуме добровольцев в Москве. Тогда, когда уже Владимир Владимирович Путин сказал, что это год добровольца, что-то в сердце прям так сжалось, и ты понимаешь, что ты причастен ко всей этой команде. Всего за несколько часов волонтеры вынесли с территории Иоанна Предтеченского монастыря десятки мешков с мусором. Успели облагородить и мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны неподалеку. Но важнее, скорее, не результаты, не цифры, а те мысли и желания, к которым они пришли в каких-то 20 с небольшим. Юлия Савушкина, Дмитрий Тищенко, Олег Щербаков. Область новостей.